ребят, и сегодня мы будем выживать просто на неофигенном языке Майнкрафта. Так, смотрите, ребят, у меня есть такой тайный проход, я вам его покажу. Вот он. Смотрите, я такой ломаю блок, падаю вот сюда, там, блин, недостаточно высоты. Надо вот так сломать два блока. Так, а что, земли надо сломать. Вот, смотрите, мой штамп секретный. Сюда ни один хитр не купит. Хотя я там землю сломал, но ничего страшного. Давайте. Смотрите, ребят, мы, короче, включаем выживание. И я вам покажу, что у меня в сундуке хранится. Что в сундуке у меня есть? О, вот, смотрите, что у меня есть. В сундуке есть все такое. Так, все, камень. Уберем и начинаем. Вот тут уже продолжение. Вы вот это. Видите, железо. Мне, кстати, еще железная руда потребуется. Так, все, я там подобрал. О, 4. Блин. О, тут булыжники. Оп, хорошо. Сейчас закрываем эту шапку. А там больше нет ничего. Давайте переплывать. О, у меня как раз доски были. Я вот это профессионал. Пойдем прогуляемся. Ай, блин, у меня креатив. Выживание, то есть, не креатив. Первая серия, запомните. Напишите в комментариях еще, какую можно базу секретную построить. Помогите мне, какую базу еще можно построить? Или скажите хотя бы. Ну ладно, я не буду тут шпарить. Вот, ребят, когда над этим видео наберется 100 лайков, тогда я выпущу новую серию по этому секретному дому. Ну давайте пока прогуляемся. О, уголь. Давайте. Ох, ё-моё. Темноту не люблю, такие темные лабиринты. Ладно, сюда берем пак. И идем-то. Чё? Блин. Там железо было? Сука. Мне показалось, ли там железо было. Фак, его просто рассыпал. Кажется, там железа не было. Блин, я даже не знаю, что вам еще показать. Вот этот все мой мир. Смотрите, сейчас. О, ё-моё. Крипер, он что тут делает? Получай. Я опыт забрал. Так, то есть вот прикол сейчас будет. Зачем я креатив выключу? Вот сюда. Время, день, закат. Давайте закат включу. О, закат. И такой, Владус, мармелад. Блин, ё-моё, а что делать-то? Мама. Все включаем. Ох, ё-моё. Вот моя секретная база, быстрее. Пася. Ну, давай второй блок. Давай, быстрее. Владус, еще третий блок надо. Мать. Все закрываем. Ох, вот это я зашпарился. Я бы просто так зашпарил. Если бы мне нужно сказать топорик и еще новый сундук нужен. А верстак у меня вон там. Давай скрафтим. Давай. Все, а куда сундук? Давай вот там. Все. Ой, все эти ресурсы вот сюда. Хорошо. Надо алмазную кирку еще сделать. Ай, блин. Надо еще крики включить. Так.
Так, чтобы быстрее копали мы. Кто заходил на мой сервер? И напишите в комментариях, сколько будет 2 плюс 2, тогда наберется много лайков. Ну-ка, нет, не 2 плюс 2, а 100, подождите. 10 плюс 10. Напишите ответ. А кто напишет правильный ответ, тот получит машинку игровую. Кто подпишется на мой канал, тот получит вертолет, вертолет на пульте и танк на пульте. Я не вру, это правда. Ладно, давайте сейчас посмотрим, сколько минут, 5 нормально. Так, все, давайте сейчас выключаем креатив. Я потом сам забываю, что креатив надо выключать. Вот так. О, все, ломаем, ломаем. О, я правильно сделал. Ссылку для брони ставим обратно. Броню мы одеваем. Смотрите, я вам сейчас мощь покажу. Вот еще раз, два, три. Три мощи у этой брони. Хорошая броня. Как алмазная броня. Так. Вот это легко. Танк готов. Вот меч мой. Готов. Стоп, куда он делся? Он где-то там застрял. Ладно. О, ты, смотрите, у меня же есть трезубец. Давайте сейчас посмотрим, что там есть. Сейчас, смотрите, ребята, там ночь наступит. Давайте ночь сделаем. Я представляю, кто меня никто не найдет никогда. Так, полностью. А я просто тут в доме сижу, они, да? Где людишки? Тут в этом мире совсем нет людишек? Что они, совсем офигели? Ладно. А это я же что-то хотел еще сделать. Давайте утро включу. Вот они все мозги кричат. На кушетке. Чуваки, вы средние игроки могут ко мне заходить, и профессионалы могут заходить. А нубам нет. Ну, нубы точно нет. Кто добывает дерево и находит камень и железо, тому я разрешаю проходить. А кто не добывает железо, тому того я не... того могу пустить тоже. Сейчас мы пишем в поиске. О, вот, все. Там бы. Вот, здесь. Ой, блин, что эти всякие? Да. Правильно бьют? Ты, а? А вот. Два. Плюс два. Ломаем. Там два плюс два. Сколько будет? А потом... Что все вместе? 10 плюс 10. Назовите ответ. Все готово. Сейчас поискать таблички. Теперь давайте сейчас поработаем. Фермера! Я угадал, я буду фермером. Буду работать, а то у меня хлебушек будет расти. Пшенички надо иметь. Вот костная мука давайте. А вот семена. Так, давайте берем все семена. Так, все готово. Оп, 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 оп. Так, вот так. Давайте мы сейчас оп, оп, оп. Это легко.
Хоп. Хоп-хоп-хоп. 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 Готово? Давайте еще что-нибудь. Давай только вот там. Чё так быстро? Оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, смотрите, уже тыква выросла. Перекиньте. Быстро как-то. Кожа от зомбака понадобится. Так, все, заходим домой к себе. Так, реклама. Смотри, было прикопать. Блин. Где доски? Вот. Все, готово. Готово. Ребята, я думаю, на этом выпуске мы будем... Сейчас я вещи сложу. Ладно. 17. Я думаю, на этой серии мы можем заканчивать. С вами была Артемка. Всем пока-пока.